Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как мыть омлетницу. Потому что многие думают, что это сложно, как вообще это возможно. Поэтому, приготовив сегодня блюдо, я решила снять видео о том, как я за ней ухаживаю. Вот она у меня с остатками масла и немножечко продукта, который в ней готовился. После того, как я приготовила, я, естественно, ее остудила. Я масло использую крайне редко, поэтому омлетница у меня остается сухой, но, тем не менее, влажной тряпочкой я ее протираю после использования. Сегодня я готовила со сливочным маслом, и поэтому у меня остатки масла, конечно же, ну и немножко прилипло вот на стеночках. Здесь антипригарное покрытие, но иногда, как говорится, оно и тоже не спасает. Для того, чтобы ее помыть, я использую губки, тряпочки влажные. Моющее средство стараюсь не применять. Просто вначале я удаляю губкой, если что-то осталось от продукта. Это, естественно, нужно убрать. Потом я мочу губку и мою обычным способом. Все это очень хорошо и быстро убирается. Вот ничего сложного в этом нет. Губку, естественно, или тряпочку я периодически промываю под водой. Вот и все. И сложностей никаких я здесь совершенно не вижу. Точно так же я мою пиццемейкер. У него тоже очень хорошее покрытие. Я не знаю, что за покрытие там. Не металл или металлопластик какой-то. Можно использовать для протирания любую хорошо впитывающую салфетку. Вот такие салфетки, они вообще идеальные, потому что они мягкие и в каждый уголочек, в каждую щелочку легко вот так вот они достают. В общем, любая салфетка впитывающая, и все, и омлетница вымыта и готова к следующему использованию. До свидания. На этом я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь, кто еще не со мной, на мой канал. Вы будете в курсе всех моих новых видео. До свидания. Пока-пока.